Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием A-Ground. Мы с вами в прошлый раз построили замечательную мастерскую, в которой, как оказалось, можно много-много-много всего крафтить. Ну, действительно, такой, знаете, внушительный списочек. Можем крафтить луки себе, броню там можем крафтить. Ну, короче, куча всего, но для этой кучи всего, естественно, нужна руда. А для этого нам с вами пригодится, так сказать, умение наше вкапываться под землю и искать все там, короче говоря, что нам необходимо, да? Что у нас сейчас с вами по квестикам есть? По квестикам к нам пришел какой-то, я бы сказал, это какая-то цыганка, что ли, не знаю, ну, очень похоже на то. И предлагает нам построить магазин за 5 золотых слитков, друзья. Золото мы с вами даже глаза еще, честно говоря, не видели. Так, а что ты не горишь? У тебя кончилось топливо. Ну, давай, опа. Ну, видимо, он так гореть не будет, только когда готовка будет идти. Короче, нам нужно с вами золото как-то добывать потихонечку. И, в общем-то, продвигаться дальше. Пока у нас других квестов нет, я думаю, мы с вами немножко побегаем. Ох ты же, ты нихера себе какой гад. Ну-ка, получи. Чертов кабан, еще и мясо с него не упало. Ну, вообще прекрасно. Так, у нас здесь что? У нас здесь есть дерево. Давайте собираем и яблоки с ананасами, да? Я вот только не помню, единственное. Ой-ой-ой, это у меня все в инвентаре. Еще и факел, кстати. Но факел мы с вами крафтили. Так, 500 у него прочность. Освещают вокруг, когда А можно нам экипировать его? О! Ой, слушайте, забавно, как он типа во вторую руку берет его, получается, да? Так, мы бьем, и во второй руке у нас факел. Ой, это пригодится, когда мы с вами будем спускаться в подземелье. То есть именно сейчас. Так, а как у нас там экипировка-то где была? Вот она была. Это у нас в офф-хенде получается, да? Вторая рука. Факел. Да, достаточно быстро тратится, на самом деле. Мы чуть-чуть побегали, уже 490 осталось. А давай мы тебя уберем пока. Там можно, кстати, да, на офф-хенд, я так понимаю, тоже назначить клавиши быстрые. Смотрите, мы берем, значит, факел. Я так понимаю, сет ход кей, да? Так, ну какой? Ну давайте ЛБ, может быть, возьмем. Ну, нет, неверно, не ЛБ, не РТ. Ой, ЛТ. Господи, все перебрал. Во, все, факел у нас будет на ЛТ теперь. Ну-ка. Во, идеально, смотрите. Красота какая. Чик-чик. Все, хорошо. У нас что-то со здоровьем, это сейчас хреновина, да, происходит. Немножко нужно подхилиться. Хилиться мы с вами можем, в принципе, бургерами, которые у нас есть. Так, единственное, что я сейчас хочу перенести вот это все. Мясо, бургеры себе оставим, вот это сюда. Семечко тоже сюда, будьте любезны. Так, здесь у нас что есть? У нас есть мясо и все прочее. Мы с вами можем, в принципе, еще наделать всяких штуковин, которые нам пригодятся, возможно, по пути. Давайте-ка сразу сбегаем тогда сначала, я думаю, в нашу столовку, да, местного разлива. Так, и скрафтим, во-первых, пироги. Пироги, дайте мне, господи. Пироги, так, панкейкс, пирожки. Плюс 80 стаминки. Сколько мы с вами можем их сделать там? 2, 3, 4, сейчас не так. 5, 5 штук и сделаем. Замечательно, 5 штук. Значит, топливо у нас пока с вами есть, но скоро кончится, но у нас вроде как есть уголь, если не ошибаюсь, да? 6, 7. Ой, у нас даже 7 получилось, видимо, тут еще лежало. Давайте забираем все 7, конечно же. И давайте накрафтим... А мы не можем, у нас хлеба нет, но хлеб мы сейчас с вами сделаем. Подождите. Хлеба сколько угодно сейчас у нас с вами будет, а именно 10 штук. Погнали. И давайте проверим наши запасы угля. По-моему, должны быть они, если не ошибаюсь. Да, уголь 53 штуки у нас целых есть, поэтому мы с вами, в принципе, готовы к тому, чтобы пойти. Только единственное, что давайте все-таки подхилимся немножечко, да, не туда. Съем я вот это вот. Хотя нет, знаете, у нас там, в принципе, один гамбургер, весь хп-бар занимает, поэтому погнали просто вниз. У нас с собой есть пироги, будем с вами вкапываться, можем, опа, вот так, смотрите, и все светло стало, красота. Будем, короче, ковыряться сейчас просто вниз, и таким образом, возможно, найдем какую-нибудь руду интересную для нас. Интересующую, вернее, нас. А еще у меня такое ощущение, что нужно было факелов немножко побольше покрафтить. Чтобы, знаете, чтобы как-то, ну, на дольше их хватило. То так реально ничего вообще не видно. Смотрите, ужас какой. Темень кромешная вокруг, да? О! Золотишко вестимо, кстати говоря, друзья мои. На этом уровне можно спокойно, значит, золото искать. Ну, давайте мы здесь... А это что такое у нас? А это не прокапывается? Интересно. Смотрите, руда какая-то, которая тоже пока не копается никак. Я так подозреваю, что для этого нам с вами нужна кирка лучшая, да? Не вот эта вот каменная, с которой мы с вами бегаем, и, скорее всего, железная, либо что-то типа того. Так, друзья, ну здесь есть тоже железо, кстати говоря, давайте покопаем по этому поводу. Я думаю, здесь можно, в принципе, забуриться не кисло так, на самом деле, и поискать руду всякую разную. Да, слушайте, нужна кирка хорошая, потому что песочек здесь кончается, мягкая, да, порода, и начинается вот это вот.
непонятно, то ли камень какой-то, то ли что-то еще. Ну ладно, мы сейчас здесь с вами побегаем, давайте вот так вот вдоль этого камня, возможно, что-нибудь найдем интересненькое. Вот в нем золото есть, в нем железо есть, наверняка там... А это что такое? Смотрите, какая труда еще, ну-ка. А, кварц нашли. Слушайте, мы с вами кварц нашли, это неплохо. Кварц нам пригодится. Так, у нас стамина уже заканчивается. Блин, как же ее не хватает, это просто жесть какая-то. Короче, друзья, мы сейчас с вами что делаем? Мы сейчас с вами подобываем. Так, мы, во-первых, перегружены уже. Жесть какая-то, мы уже с вами перегружены. То есть много здесь особо за раз не добудешь, сами понимаете, потому что вес имеет все значительный, ну и реально нужно вкачивать вес, получается, потому что иначе я не знаю, как здесь делать. Так, мы с вами что сейчас делаем? Мы сейчас идем наверх, на самом деле, вот таким способом. По пути, конечно, будем копать. Наверное, я уже не уверен, честно говоря, потому что мы очень сильно перегружены с вами. Но тем не менее, у нас есть с собой пироги, а это значит, что мы с вами немножечко стамину-то все-таки восстановим. Вот оно еле-еле восстанавливается, на самом деле, ужас какой. Давайте вот так, я надеюсь, пока хватит. И побежали наверх, нужно все это будет нам сейчас складывать. Да, конечно, не очень удобно то, что оно так быстро тратится, но что поделаешь. Да я понимаю, что мы перегружены. Я все это прекрасно понимаю. Но, в общем-то, мы не так глубоко закопались, благо, да, что... Так, ладно, побежали здесь. Я думаю, можно факел уже убрать. Мы здесь достаточно близко к поверхности. Странно, что нас не встретили там эти товарищи червяки непонятные. Опа. А ну иди сюда. Не, не. Будешь, гад, меня еще бить. Почему-то с них мясо не падает, это плохо. Так, ладно, уголь перекладываем, руду перекладываем, кварц тоже. Один золотой, этот, как его называется, не слиток, а... Руда, короче говоря, золотая, одна штучка у нас. Так, факел у нас 389 еще. Давайте-ка пойдем посмотрим, что нам покрафтить. А, во-первых, здесь, наверное, можно что-то сделать, да, нам с вами, давайте. Так, Iron Bar, сколько у нас? Ну, давайте, 5 получается, да, можно сделать будет. 5 крафтим. Угу. Так. Ах ты ж говнюк, откуда ты взялся? Ну-ка. О, дропнулся сразу. Давайте попробуем себе, может быть, вот, кирка нужна. Для этого нужно Steel Bar, да, получается. А стил делается из айрона. Короче говоря, здесь работа-то непочатый край на самом деле еще. Так, факел давайте, наверное, еще один скрафтим. У нас благо много всего. Давайте один еще, плюс в инвентаре пускай лежит. Так. Что нам еще может пригодиться сейчас? Я хочу очень сильно на самом деле... Вот сундук, не знаю, сундук, что, куда его ставить? Давайте скрафтим, просто посмотрим, как это выглядит, потому что дерево, в принципе, не проблема. Наковальню нужно, iron bar, да, вот наковальню, короче, с вами сделаем. И workbench тоже давайте скрафтим, какого бы черта его не скрафтить. Тоже поставим где-нибудь. Так, давайте-ка глянем. А, ну, во-первых, нам с вами нужно отдохнуть, конечно, потому что у нас уже совсем уже все, прям впритычок все, давайте. Угу, отдохнули. Давайте теперь зайдем в наш инвентарь и попробуем... Блин, да ладно, не стакивается, серьезно. Ну, типа, потому что один, видимо, уже немножко израсходованный, другой так себе, да? Сундук. Сундук... Нет, здесь оставить его не хочу. Где я поставлю сундук? Где мы с вами поставим сундук? Давайте поставим его где-нибудь вот здесь, место есть. Я просто хочу посмотреть, что он вообще из себя представляет. Да откуда же вы бежите вообще, гады? На себе. Все, плюс мясо, спасибо большое. Для начала мы поставим здесь даже не сундук тогда, давайте, ну, workbench, крафт, а что за крафт? То есть, как бы, он нам нужен просто, как бы, чтобы в инвентаре у нас был, что ли? Стрела, но тут на самом деле получается, мы вроде как меньше всего можем, а, вот iron pick, подождите, здесь iron, а здесь какая пик, этот, кирка-то была? А здесь стальная, короче... Представляете, в воркшопе, то есть вещи крафтятся лучше, но типа нужен, соответственно, материал для них лучше. А здесь мы можем и из айрона все делать, получается. Так, я так понимаю, да? Ну давайте мы поставим в любом случае здесь. Так, да мне китчен твоя не нужна, подожди, мне нужно... Подождите, столовка, что? Про что он говорил, китчен? Да у нас все сделано уже, алло, что ты начинаешь-то? А, все-таки я хочу поставить здесь, тогда давайте workbench рядышком поставим, да? Place. Во, workbench. Так, use workbench. И здесь мы с вами можем крафтить уже немножко попроще вещи. Вот iron, именно из айрона. А не steel. Так, мы меч, если что, сможем скрафтить. Да, и броню. Ведро. А, нет, баклер. Ну, короче говоря, баклер же это типа как столбик, что ли, какой-то защиты или что-то типа того. Не очень, как я понимаю, что это такое. И выглядит просто как кружочек непонятный тоже. Ну, ладно. Короче, здесь у нас все из айрона. Так... лопату можем, кстати, сделать. Может, лопату сделаем тоже. Так, здесь у нас получается еще
Все, сейчас все покрафтим себе, короче, накрафтим всяких себе приспособ нужных, да, у нас как раз-таки тут должна была, да, слитки, вот, пожалуйста, iron bar есть, забираем всем, можем стальные сделать из них, кстати говоря, так-то, может быть, нахер нам тогда и железные, если сталь можем делать сразу из угля до всего прочего, да, 3 штуки, стальной меч, атака 3, стальные доспехи, лук, щит, короче говоря, вторую руку брать, да. Steel Workbench, кстати говоря, можем сделать стальной Workbench. Угу. Блин, я даже не знаю, с чего начать, тут очень много всего. Ладно, давайте все-таки поставим еще сундук, я хотел глянуть, что он там из себя представляет. Так, пом-пом-пом-пом-пом. Place, ну-ка. Ага, сундук. А, ну и как бы просто сундук, получается, можем в него все перекладывать. Типа мы можем зарыться куда-нибудь глубоко, да, допустим, вниз. Поставить там сундук, и в него все бегать, складывать, потом оттуда таскать уже наверх. Как-то так, я так понимаю. Ну, чтобы, знаете, тоже перегруза этого большого сильно не было постоянно. Наверное, это работает именно так. Ну ладно, хорошо, мы с вами посмотрели. Давайте все-таки сделаем сейчас еще. Я хочу наковальню сделать. Да, будьте любезны, спасибо большое. Вот здесь поставим, сейчас, если она здесь поставится, конечно. Так, наковальня, давай. Place. Ага, наковальня есть. Здесь мы можем, я так понимаю, здесь мы можем чинить, да, здесь мы можем чинить, починка-починка, угу, один слиточек, понятно, все, на наковальне мы чиним, здесь мы, в общем-то, крафтим, потом здесь можно сделать, в общем-то, улучшения всякие разнообразные, да, даже для нашего верстака. Стальным можешь сделать. Ну, короче, нормальная тема. Главное добывать много всего. Ладненько, погнали, наверное, сейчас ягодки пособираем у нас. Оп, здрасте. Опа, опачки. Так, минус кабан, плюс мясо, спасибо. Здесь больше, к сожалению, ничего нету. Давайте, нет, дерево руби давай. О, пошло дело. Нам бы сделать с вами топор, конечно, тоже хороший. Да я знаю. Miner made some tips for mining that deep. Ага, хорошо. Я понял, только ты можешь отойти, пожалуйста, я дерево рублю. Засранка какая встала прямо на пути у нас, а? Что ты будешь делать-то? Все, не подходи ко мне сейчас, не надо болтать со мной. Я деревья рублю, отстань. Я тебя понял, что можно с майнером поговорить, там тоже что-нибудь даст. Но мы вроде бы все забрали у нее. Давайте, ладно, подойдем, поговорим. Может быть, что-то интересное будет, как знать. Так, где-то там есть, только сейчас мы хрен найдем еще, наверное, ее, да, скорее всего. Она либо где-то зарылась, либо не знаю где. Она любит зарываться везде постоянно. Хрен ее так найдешь. Так, ой, здесь червяков... А, вон она... Слушайте, червяки ее не трогают, да? Вообще нихера не трогают. Читер какой-то. Я тоже хочу, чтобы они меня не трогали. Так, стой, подожди. Стон... You need to craft an iron. Или стальную. Короче, ну, либо стальную, либо железную. В воркшопе надо скрафтить. Понятно. И там, да, там мы видели камень, там можно будет много всего добывать. Ну, давайте скрафтим. Давайте скрафтим. Можем, в принципе, и стальную сразу сделать, да? А в чем различие вообще? Смотрите, майн 2, 1, вес 5, 2К. А здесь что получается у нас? Так. А, 500. Короче говоря, майн 2. Слушайте, а железная, она как бы вроде... А, нет, она меньше тратит... стальная меньше тратит стамины. Майн 2. Давайте сделаем хорошо. Уговорили меня, сразу сделаем нормальные тогда. Нам нужно только 3 сейчас, получается, скрафтить, да? Мы сможем сделать 3, 2, 4, подожди, сколько максимум можем сделать? 4, ну 3 давайте скрафтим как надо. Сколько надо, все, пошло дело, сейчас выплавятся слиточки, и мы с вами скрафтим кирку тогда, и завтра с утра уже, я думаю. Ох ты ж, смотрите, какая срань выскочила. Это что такое? Охереть, ну, как он на меня набрасывается, отстанет меня? Гаденыш, сейчас дропнет нас. Нет, 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 не смей. Ху. Мясо и что-то, и мех какой-то, елки-палки, охренеть. Это было больно? И внезапно, так, где мой гамбургер? Съесть, конечно. Ужас какой. Какой, блин, ужас. Так, убираем все, убираем. Убираем, это оставляем, это убираем. Убираем. Shadow Fury, какой-то теневой мех. Странная штука, но тем не менее она у нас есть. Слушайте, ночью здесь вообще опасно. Смотрите, какая срань бегает. Шелк, паук какой-то, ничего себе. С каждой ночью все опаснее и опаснее, мне кажется, здесь становится, да? Нужно броню хорошую делать. Так, ладно, мы с вами не за этим вообще-то здесь собрались. Мы... Ах ты ж, гаденыш. Чертов гад, сейчас ты получишь меня. Ну-ка подожди. Отвали от меня.
Почему он появляется прямо у нас на участке? Это, мне кажется, как-то неправильно. Так, нам нужны гамбургеры, я понял. Давайте вообще, знаете что, ночь пропустим? Ну его нахер. Я так подумал, ну его нахер, да? Пропустим с вами ночь, пускай лучше утро будет, во. Мышки бегают и все в таком духе. Возьмем с вами три слиточка, давайте, и скрафтим. Сразу получается. Во, еще и стальной меч можем сделать. Ну, как бы на выбор получается, у нас сейчас не хватит на все. Ну, короче, вот с этого начнем. Да, будьте любезны, спасибо большое. Вот она у нас замечательная наша стальная кирка. Можем, в принципе, спускаться с вами, да, в подземелье и копать там. Сейчас будем это заниматься этим. Только для начала я, конечно, все переложу, что не нужно. Так, сейчас гамбургер нужно делать. Без гамбургеров никуда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, верните мне, пожалуйста, спасибо. Так, дайте мне зайти еще. Так, что? Вот это переложить. Все, остальное все нам нужно. Тут у нас, по идее, должно было скрафтиться как раз-таки хлеб. Хлебушек есть? Есть хлебушек. А, нету топлива, я понял тебя. Окей, заправляем. Все, пошло дело. Так, хлеб 7, 8 и, по-моему, сколько там? 9 должно быть. 9, 10 даже. Угу, сейчас давайте заберем тогда. Все, забираем все 10 хлеба и начинаем крафтить 5 гамбургеров. Ну, хотя бы 5. Хотя бы 5 уже будет хорошо. Последний давайте съедим. Подхилимся, наверное, тоже, я думаю, да? Последний, да. Плюс 60 хп. Все, погнали вниз тогда. У нас если что есть с вами факел. Сейчас туда до пород доберемся, до тех самых. Так, тут ни нахер не трогайте меня. Не трогайте меня, говорю. Чертовы зверюги. Мне нужно вниз быстро копаться. До самых-самых-самых. Все, здесь уже темно, мне кажется, можно включать свет. Нет, просто иди вниз, ничего здесь не копай. Сейчас доберемся. Вот оно, вот оно. Ну-ка, давайте испробуем, давайте. Почему ты используешь... Я понял, короче, нужно майнинг, не то. Стил, во. Во. И всего одна руда все равно? Серьезно? Одна руда, реально, слушайте. Level up, ебой, спасибо. Так, стамина нужна в любом случае. Слушайте, нам стамина очень нужна. Стамина и вес приносимый. Блин, давайте вес. На стамину уже не хватает. Да, ну ладно, тогда потом. Пока так. Спасибо. Слушайте, все равно по одному все копается. Ну, возможно, в камне как-то они будут больше встречаться чаще, да? Да, явно чаще. Явно чаще, потому что вот мы с вами уже сколько копаем. Мы здесь, смотрите, ее. Руды всякой разной. Всякой разной. Если такая, сякая. Ну, золота маловато, конечно, пока еще все же. Но, тем не менее. А вот и золото, кстати. Вспомнишь солнышко, вот и лучик, да, как говорится. Вот в нашем случае то же самое получается. Так, давайте здесь еще тоже докопаем. Воу, это что еще за... Реально? Воу-воу-воу-воу, нет-нет-нет-нет-нет, я случайно, я не знал, я думал, ты можешь собрать. Короче, лава какая-то уже у нас, слушайте, ну мы быстро с вами вниз закопались, получается, да? Какие-то лавовые... Ты еще не говоришь, что здесь будет еще ад, короче, все прочее вот это вот. Хорошо, хорошо, ладно. Так, ну давайте, нам с вами сейчас главное руду поискать. Пособирать, и потом уже... Все, мы с вами перегружены, друзья. Мы с вами перегружены. Больше копать мы здесь с вами толком даже не можем. У нас, правда, с собой есть пирожки, чтобы, знаете, типа, ну, восстановиться. Или типа того. Я даже реально не знаю. Возможно, в первую очередь стоит весь вес качать, чем, знаете, чем стамина. Потому что стамина, как бы, она есть, и можно отхилить. А вот вес, ты уже ничего с ним не сделаешь. Ты забурился, как бы, и все. И больше у тебя ничегошеньки нету. Блин, здорово, как светится, прикольно, смотрите, а? Красота какая. Так, ну сколько мы с вами насобирали-то хотя бы? 19, друзья, вот это я понимаю. 19, это мы по одной вечно по 5 там таскали с вами непонятно чего, да? Это не дело было, все, ладно, пошли вверх тогда. Сейчас идем быстро. Ой, как землю быстро копает, смотрите, просто чик-чик. Гораздо быстрее. Ну и получается, мы сейчас просто с вами вверх прокопаем, чтобы потом было удобно спускаться. Да, быстренько мы сейчас с вами сложим, можно будет перекрафтить, можно будет себе броню новую сделать, все в таком духе. И я думаю, будет нормально. Так, давай-ка, стаминка, не подводи, пожалуйста. Тебя осталось очень мало, я понимаю. Опа. Как-то она восстановилась, за счет чего? Он сам съел пирог, что ли, или еще? Так, там чертов кабан стоит. На, и тебе тоже на. На, гаденыш. Фух. Хорошо, мы разобрались с ними. Так, у нас кончилась стамина, у нас начинает хп опять уходить. Это плохо. Это плохо, нам нужно... Господи, дайте мне. А у нас нет ничего, представляете? Как так? Нет, я случайно выложил, что ли? Ой-ой-ой, хп, хп, хп. Так. Стаминку. О, ягода есть. Найс. Ягоды, это хорошо. Да, слушайте, походу он съел все пироги. Ну, давайте ягодами хотя бы восполним.
А яблоки? Ой, яблоки, 34 штуки яблок. Слушай, охренеть. То, что надо. Давайте-ка яблоки возьмем тогда. Будем сейчас кушать яблоки. Так, забирайте это, забирайте это, забирайте это. Так, стон пик, стон экс. Можем с вами все скрафтить, пик нам точно не надо больше. Так, факел еще один остался, хорошо. У нас здесь какая-то новая появилась штукенция. А, это Shadow Fury, понятно. Блин, вот как бы нам сейчас с вами поступить? Как бы нам сейчас с вами не помереть? А, я знаю как, сейчас мы с вами просто возьмем и съедим много яблок. Давай, кушай яблоко, еще. И нужно пойти отдохнуть. Но также нужны бургеры на самом деле, поэтому мы сначала идем сюда, забираем бургеры 5 штучек, и можно будет восстановиться. Все, идем спать сейчас тогда. Отлично, даже пока еще ночь не наступила, да? Ну давайте, что, получается, крафтим тогда с вами сейчас. Пум-пум-пум-пум. Добавляем до этого, давайте айрона по максимуму сделаем, сколько там можем, 10 штук, все, сейчас крафтим тогда. И потом сталь сразу перерабатываем, мы даже с вами можем сейчас 2 золотых, или не 2, сколько, да, 2 можем золотых слиточка уже скрафтить. Ну, короче говоря, нужно просто копаться, и там все будет нормально тогда у нас. Друзья, я, короче, побегал немножко, покопал еще, вернее, покопался, да, там в шахтах еще и подобывал всякого разного. Теперь у нас, в принципе, достаточное количество есть и айрона, и вроде бы золото тоже немножко подобывал. Сколько у нас там получается, сейчас дайте гляну хотя бы. 10, мы можем скрафтить 5 слиточков, сейчас мы с вами этим займемся. И да, кстати говоря, яблоки, они реально сами тратятся. Ну, короче, все тратится само, то есть, если нужно, допустим, у тебя стамина кончается, просто главное, чтобы у тебя было это внутри в инвентаре, и тогда все будет хорошо, можно вообще не париться. Когда доходит до нуля, начинает тратиться, но главное следить, чтобы, конечно, это совсем все не закончилось, и ты не помер где-нибудь. Так, мы с вами сейчас идем, короче говоря, сюда. У нас здесь, во-первых, iron bar есть, да? Готовый. Мы сейчас с вами будем gold крафтить. Все 5 штук, которые нам необходимы, скрафтим. Отлично. И, кстати говоря, то, что наш фермер добывает, все тоже вроде как автоматически. Ну, по крайней мере, яблоки, я видел, добавляются в инвентарь наш, в склад, вернее. Так, кабанчик, иди сюда. На тебе. Ух ты, с первого раза кританул. Неплохо, неплохо. Так что, в общем-то, все не так плохо. Ну, видимо, и вручную тоже можно собирать еще, я так понимаю. Либо он все-таки потом со временем сам это будет собирать. Все, ладно, с ним разобрались тоже, хорошо. И давайте все-таки доделаем сейчас слитки наши, да, золотые. И потом, вот сейчас уже прям возьмем их. Да, возьмем их, давайте даже это возьмем. Пойдем сейчас все сложим сюда. Я думаю, это не обязательно таскать с собой, как и все остальное, в общем-то. 32 у нас пшеницы есть, охренеть, дофига на самом деле. Так, и пойдем крафтить магазин, я думаю, только сейчас осталось найти эту цыганку. Непонятно, где она там у нас ходит. Так, ягодка заберем, вот она. Вот, нихера тут мышей, это ты развела столько крыс? Ну-ка, подожди. Ну-ка, нахер. Че столько крыс около тебя? Так, у нас есть твои слитки, давай. Отлично. Короче говоря, я чувствую, что скоро будет много торговли. Я надеюсь. Оу, вы зацените. Возьми эти монеты. You need to store coins. Нам они нужны для покупки, короче говоря. Я рекомендую купить суперпак, какой-то рюкзак. Так, короче, чем быстрее, тем лучше. Ну давай, хорошо. Так, нифига, здесь палаток приехало. Так, фудселлер, еда. Здесь у нас всякие, типа, эти, оружие. И здесь у нас с вами получается какая-то... А, ну всякие слитки, прочее, прочее, прочее. Так, а где у нас продается, может быть, оружие? Да, суперпак, вы смотрите, он здесь есть у нас. Не-не, у тебя-то что есть? 250 монет, так у нас 0 монет, она что-то дала или нет? Я так и не понял. 250 монет, суперпак, хорошо, я бы купил его, да? Здесь у нас всякая еда. А мы можем продавать тебе? Да, мы можем продавать, слушайте. Мы можем таким образом зарабатывать монеты. То, что нафармили, допустим, то, что наш фермер сделал, да, мы можем продать это все. Так, здесь что тебе нужно? Тебе здесь нихера не нужно, походу, да? Кроме факела. Факел за единичку хочет купить у нас. Иди в баню. Ой, это кто такой? Смотри, какой-то охранник местный, что ли, стоит. Забавно. Забавно. Так, поторгуем. Ты у нас хочешь дерево купить, уголь купить хочешь, да? Причем по неплохому такому ценнику, слушайте, по 7, ничего себе, 350 монет будет. По 14 руда, шелк 21, кварц 28, айрон 35. Слушайте, а неплохо, неплохо на самом деле, 14, 35. Да, я думаю, это можно продать на самом деле. Так, ладно, а что он нам сказал? Она же сказала нам монеты взять, нет?
Ну, видимо, ничего нам не дал. Просто у нас не появилось в левом верхнем углу теперь, что у нас ноль монет. Я понял. Я думаю, нам с вами нужно поспать сходить, на самом деле. И потом можно попробовать поторговать. Будет. О, тут квестик появился у него, у дедушки нашего. Отлично. Ну, после сна только это все будет у нас. Так, все, у нас утро, ночь прошла, хорошо, мы полны с вами сил и энергии. Дедушка, мы с тобой обязательно поговорим, но для начала... А, давайте, знаете, что еще сделаем? Заправим печку. Так, айрон, сколько мы с вами еще можем накрафтить? 11, погнали. Да-да-да, заполняй, конечно. Потом сталь сделаем обязательно с вами, и нужно будет, короче, много копаться. Я надеюсь, с деньгами проблем у нас с вами не будет. Так, ну что, друзья мои, вы мне готовы продавать что-нибудь? Во-первых... Яблоки ты хочешь купить у нас по 7, но яблоки мне самому нужны по 6. Давай мы эти бафлоки тебе продадим. Бафлоки за 108 монет, хорошо. Беррис по 3 не будем продавать. По 4 можно продать пшеницу. У нас 4 бургера в принципе есть, мясо по 7. Давай пшеницу мы тебе тоже продадим, мы еще с вами ее сами сделаем. 128 плюс, 236 монет у нас есть. И я думаю, мы продадим тебе... Нет, это мы на всякий случай оставим себе. Потому что семена, думаю, нам пригодятся, чтобы выращивать что-нибудь, да? Давайте поторгуем с тобой теперь. Что ты хочешь у нас покупать? Ты хочешь покупать у нас... Ага, только всякая сделанная хрень. А здесь ресурсы, по-моему, да? Да. 59 дерева по 4 можно продать. Уголь по 7. Айрон по 35. Ну, короче говоря, да, здесь можно, в принципе, разжиться. Чем-нибудь шелк. Так, ну я пока эти редкие штуки продавать особо сильно не буду. То есть айрон мы с вами можем, в принципе, наделать сами, да, поэтому можно продать его. Давай там, сколько тебе, 5 штук продам, короче. 175, итого 411, и мы с вами можем купить сумку теперь. Давайте купим сумку. Давайте. Супер пак. Чик. Чик. Ей. Так, и нам он дал, по-моему, еще 100 переносимого веса, если не ошибаюсь, да? Или сколько там, подождите-ка. Не, нихера не 100. Так, суперпак, подожди, суперпак. А, да, 100 дал, смотрите, плюс только нужно было его типа напялить. Слушайте, это клево. Это клево. Это здорово. Итого мы с вами теперь можем переносить гораздо больше веса. Фу, мы можем с вами, получается, это не качать, можем просто покупать сумки. А есть еще лучшая сумка у тебя? Или нам как-то нужно будет просто вязать ее постоянно? We should be getting some new stock soon. Ага, скоро, короче, что-то новенькое появится у него, окей. Но пока ничего нету. Но неплохо, все равно плюс 100, значит, мы с вами теперь точно можем зарываться по самой небалусе в шахты, да? И это здорово. Слушайте, а поселение тоже не кислое такое у нас получается, прям вообще здоровское. Всякие, да, рыночек есть, есть верстаки и прочее. Фермы, наша, собственно, халупка с вами. Здорово. Ладненько, друзья, давайте мы с вами пока на этом завершим. Тем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.